Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить классический заварной крем. Заварной крем довольно универсален. Он подходит для разнообразных тортов, пирожных. Существует множество различных вариантов приготовления, но все базируются на классическом рецепте. Ну что, начнем готовить! В ковш наливаем молоко и ставим на огонь. Добавляем ванилин или ванильный сахар. У меня остался стручок натуральной ванили. Я добавила его. Пока молоко греется, в глубокую миску добавляем яйца, сахар и муку. Все это перемешиваем до однородной массы. В яичную массу наливаем горячее молоко и быстро перемешиваем. Эту массу наливаем обратно в ковш и ставим на огонь. Варим до загустения. При этом постоянно перемешиваем, чтобы не подгорело. Заварная основа готова. Накрываем пленкой и даем остыть. Мягкое сливочное масло взбиваем миксером до остывания. Не прекращая взбивать, добавляем по одной ложке заварной основы. Чтобы крем не расслоился, масло и основа должны быть комнатной температуры. Если вы видите, что все-таки у вас крем расслоился, его можно спасти. Чашку с кремом ставите на водяную баню и взбивайте миксером. Вот таким мягким и нежным у нас получился крем.
Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!